в объеме сужения кончика носа. Двигайтесь. Мясистая кожа, достаточно массивный кончик носа, подвисающая. Такая же картина у нас с правой стороны. Крутимся. Тоже видим, что полностью нос раскладывается. Даже, видите, поворачиваемся, опрокидываем назад. Видим асимметрию ноздрей. Скорее всего, будет сужение в этом участке ровно. Татьяна, 7 дней после эстетической риносцептопластики. Достаточно непростой нос. Была широкая, широкий кончик носа. Толстая кожа. Поворачиваемся в другую сторону. Только что сняли гипс. Татьяна себя еще не видела. Давайте. Можно, да? Можно, можно. Совсем другой человек. Ну что, Татьяна, даже скажите что-нибудь, а то как-то... Я немножко растерянности. Страшно. Да. Ну, мне очень нравится. 7 дней. Эстетическая риносцептопластика совместно с лор-врачом. Непривычно, но очень хорошо. Как мы договаривались, лучше, чем было, да? Конечно. Ну и как? Намного лучше. Даже я себя немножко не узнаю.